снимать некоторые серии о городе музее под открытым небом историческим Крапивна. Обратите внимание, это у нас музей, филиал от Ясной Поляны. И рядом у нас свалка. Когда эта свалка существует годами. Когда на нее обратит глава администрации и директор музея. И когда вот этот весь вопрос решится с этой свалкой. Это центр Крапивны. Сюда приезжают туристы, они водят по этой улице, приезжает администрация, и все это видят, и никаких мер никто не принимает. Мы стоим на знаменитой дороге, исторической дороге, которую захотели обновить. В 2018 году выделили средства, чтобы эту дорогу, участок дороги, заасфальтировать. Но у нас директор музея, не буду называть фамилию, филиала Ясная Поляна, захотела, не захотела асфальт, подняла скандал, никого не подпускала к этой дороге. Ее поддержал директор музея Ясная Поляна с бывшим главой администрации. И вот итог. Это старинная дорога, кругом ямы, которые должны были заасфальтировать, но так как она не дала это делать, эта дорога так и осталась с лужами, с грязью и с выбоинами. Забор этот, который отгораживает музей от этой свалки. Продолжаем идти по старинной дороге, которую называют ее брусчаткой, к новой дороге, которую начали строить с 8 августа 2019 года и закончили строительство 28 декабря 2019 года. Сейчас мы вам эту дорогу покажем. Ну, во-первых, мы вам покажем территорию около колонки. Раньше здесь была травка, ее окашивали, а теперь у нас точно так же набросали хаотично камни, по которым люди, которых нет воды в домах, ходят за водой по этим камням. И пожилые люди говорят, хорошо, мы провели воду, а иначе бы мы переломали и руки, и ноги по этим камням. Сейчас она грязью, ее занесло, поэтому после зимы. Мы идем по сохранившейся булыжной мостовой. Это мощение, белое мощение, которым были замещены все центральные улицы Крапивны. Оно почти уникальное, именно потому, что очень мало где сохранилось. Эти камни помнят шаги Льва Толстого, заезжих купцов и крапивинских земцев. Его специально не стали асфальтировать, а вот реставрировать будут целых 300 метров. Вот у нас лужа, которая называется... От дороги осталась брусчатка, это у нас, старинная дорога, которую должны тоже были заасфальтировать. Но ее не дали асфальтировать. Идем мы к новой дороге. Вот это начинается наша новая дорога под названием «Брусчатка». Начали ее выкладывать 8 августа 2019 года и закончили 28 декабря 2019 года. Никто не ожидал, что будет строгий контроль за этой дорогой. Но я живу напротив этой дороги, и постоянно эта дорога находилась под контролем. Никто ничего не хотел предпринимать и исправлять. Первый раз эту дорогу выложили из крупного гравия. Начали строить два узбека. Рабочих сил не было. Потом пришли, еще добавили двух.
4 человека делали этот участок. Когда сделали дорогу, ее приняли, эту дорогу, из крупного щебня, и из был из технадзора женщины, я говорю, вы что творите? Она вся рассыпется. Вы знаете, что меня удивило? Да ничего подобного, будет испарение, и эти камни прилипнут друг к другу. Вы можете представить? Это технадзор, который должен принимать эту дорогу. Так, дорогу-то, естественно, не приняли. Поднялся скандал, выложили в интернет, на второй канал. Все, дорогу эту разобрали. И когда разобрали ту дорогу, стали думать, а что же такое брусчатка? Здесь был представитель, который отвечал за эту дорогу. Я назову тут фамилию. Аникина Наталья. Она тут кричала, она доказывала, что как она сказала, так и будет. Вот у нас итог. Во-первых, эта дорога причинила неудобства домам. Этому дому люди не могли выехать на работу на своих машин, потому что здесь была яма, выкопана большая, глубина ямы 40 сантиметров. Ну, а ширину вы видите. И через эту яму машина, естественно, прыгать не могла. Все это было грязью залеплено, глина, грязь. По краям лежали старые булыжники, которые были в хорошем состоянии. Но если не умеют делать дорогу, они думали, и вы знаете, самое главное, это дорога для туристов. Они хотели показать туристам, как у нас в России делают дорогу. Вы представляете? Но как можно сделать дорогу 4 узбекам, выложить вот эту дорогу, которая даже не имеет представления, что такое брусчатка. Привезли вот этот камень и стали выкладывать. Сначала выложили ребрами острыми вверх. Поднялся скандал, что люди ходить не могут и не могут по этой дороге ездить. Да, опасно ходить по этой дороге, потому что можно поранить ноги. Потом ее убрали, половину дороги сделали, потом половину убрали. Понравится она или не понравится? Естественно, ничего это не понравилось. Начали ее по новой снимать и по новой делать. Здравствуйте, девушки. Убрали. По новой начали выкладывать вот такое пространство. Вот где вы стоите, здесь выложили. Опять она не понравилась, опять ее подняли. Ну а потом уже сколько можно? Время подходит, уже наступили морозы, дожди. Что делать? Ну стали кое-как ходить, класть камни. Ну вот итог выложили. Называется брусчатка, уже ее не назовешь. Назвали ее белокаменное мощение. Вы представляете? И потом ее мыли к приезду губернатора. Ну как это? Где камни белокаменные мощения? Тут уже не мощение получилось, а неизвестно что. Ну, помыли, вроде бы камни белые получили. А дороги-то в основном нет. По этой дороге ездить не могут люди. По этой дороге ходить нельзя. Можно сломать и ноги, упасть. Я опять объясняю. Мне закрывают рот и говорят, что вот у вас есть тротуар, вот по этому тротуару и ходите. Я говорю, ну как можно, если тротуар 1.5 метра, а идет очень много людей, куда людям спускаться? Выходит, что на эту дорогу. Тут начали, сказали, что по этой дороге ездить нельзя. Тогда для чего ее? Для туристов ее построили. Вы можете представить, что делать, как ездить людям, людей в детский сад, детей возить? И вообще здесь всегда была дорога. Решили новую дорогу рядом построить. Засыпали крупным щебнем, мелким щебнем, сделали новую дорогу. И опять этот
деньги, опять эти деньги уже идут не из программы, это, которую вы выиграли, а уже из бюджета муниципального района, из муниципального, не из Крапивинского, а Щекинского района. Выделены средства вот на эту дорогу. Здесь засыпали щебенкой, чтобы не проваливать. Нет, им щебенка не понравилась. Они решили сделать бордюр. Итог от бордюра. Сейчас дальше вы увидите, что это за бордюр. Это провалившиеся ямы. Вот такая дорога. У меня так, и самое главное я хочу здесь. Я в заключении все скажу и назову уже лица, когда мы пройдем по скверику, где братская могила, где у нас розовые дорожки, где люди утопают в этом, я даже не знаю, как назвать, камни дробленные, кирпич или что-то еще перемешанное вместе с грязью. Просьба у жителей, главе администрации Щекинского района Гамбургу Александру Сергеевичу, чтобы они пересмотрели эту дорогу и выделили средства на ее асфальт. Не признавать никакую брусчатку, никакое белокаменное мощение и не слушать нашего директора музея Веневцеву Ольгу Сергеевну. Пусть Ольга Сергеевна не обижается на меня. Мы вот этот сделали тротуар около колонки для пешеходов. Здесь должен повесить знак, что стоянка запрещена. Вы знаете, вот вы всю зиму ходили, что у нас стоянка здесь для устроили для машин. Люди ходят по дороге, по грязи, а на тротуарах у нас стояли машины, трактора, рабочие, которые приезжают на стройку. Эти свалки столько держатся, сколько здесь идет ремонт. Вот начальники строительства это. И они прекрасно знают, что я с ними постоянно ругаюсь, что эти свалки. Если с ними не поругаешься, свалку не берут. Один раз эта свалка достигла уровня второго этажа. Вы представляете, церковь ремонтируют, оттуда все везут сюда. Здесь раньше был бугор, чистый бугор, травку окашивали. Ну а теперь место. Это вообще ужасно. Что будет? Уберут ли они до конца, сравняют ли они пространство сделать такое, которое было раньше? Естественно, они ничего этого не сделают. Они должны заровнять все. Ну, как видите, это уже, это должен с этим разбираться Роспотребнадзор. Претензии предъявлять к нашему главе администрации, а глава администрации должна предъявлять претензии к ним. Потому что тот, кто отвечает, они должны вовремя это все убирать. А вовремя это ничего не убирается. Набрал бутылок много, и вот туда все вынес. Вообще. Нижний этаж, я уже говорила, вы уже снимали, это занимает газовый участок.
Они снимают в аренду. 52 года они платят за аренду. За аренду они платят комитет по имуществу города Щекино, ну, Щекинский район, в администрации. Вы посмотрите этот центр, какой забор. Этот забор должны переделать, естественно, за счет средств администрации Щекинской. Здание должны они свой первый этаж привести в порядок. Если бы они привели в порядок трещины, все заделали первый этаж, то второй бы этаж не стал подниматься вверх эти трещины и не стал разваливаться. Наша администрация крапивинская не хочет работать по ветхим зданиям, по ветхим домам. Мы, когда первый фильм снимали, вы видели, в каком они состоянии. Это ветхое жилье еще было определено в 1995 году. Наша администрация не хочет признавать, не готовить договора о том, что нужно эти дома приводить в порядок, ремонт. Они взяли и передали эти дома в управляющую компанию «Крепость», чтобы от этих... Но проблема не в этом, что они передали, а проблема в том, что «Крепость» это делать ничего не будет. Вы можете представить? Они, как заместитель главы администрации Ларичев, заявляют, что вряд ли они будут ремонтировать. Задаете вопрос, а для чего вы тогда передали ветхое жилье, вообще не имеет права передавать, тем более оно имеет историческую ценность. Попросили на год, вы можете представить, попросили на год, передали. А тут, понимаете, подсуетилась еще и газовая компания, газовый участок. Сейчас я хочу вам обратиться к жителям муниципального образования Крапивинское о том, предупреждая их, чтобы не было потом, что я поздно их предупредила, о том, что труба газовая, которая идет из-под земли, теперь за эту трубу будут брать деньги газовая компания. Они хотят заключать договор с управляющей компанией «Крепость». Эта «Крепость» будет договор заключать с газовой компанией, а эта газовая компания будет у нас ремонтировать, ну не ремонтировать, красить и посмотреть, нет ли утечки газа. Я изучила все законы, которые должны знать наше население о том, что должна делать наши газовые, не наш, а вообще газовые компании. Они должны быть, проверять стыки, нет утечки. Они должны следить за оборудованием, так как жители внутри платят техобслуживание. Внутри платят за техобслуживание, за подачу газа платят, но они еще хотят брать деньги вот за то, что по трубе идет газ, и с этих труб, которые поступают в дома и квартиры, брать деньги. Вы представляете? У нас 52 года были рабочие, которые слесари, они круглосуточно работали здесь, по АДС. Утечка газа, где-то что-то, звонят, они идут. Теперь эту службу сократили. И я хочу обратиться к министру газовой промышленности. Неужели вы так, через интернет, потому что ему все равно передадут. Неужели так обнищал «Газпром» у нас, что за подачу газа население, муниципальное образование Крапивинское должны платить деньги? Благодаря Щекинской администрации Гамбургу и его заместителю Калинкину, они в Гамбург выбили средства для того, чтобы отремонтировать дорогу, которая идет от церкви и туда вниз. С этим ремонтом дорогу так изуродовали, что одни выбоины были и были одни трещины. Проложили новый асфальт, все сделали. Дорога должна быть до моста.
Но опять, как наш глава администрации говорит, не хватило денег. Нет, денег хватило на все. Привезли списанный асфальт, где-то высыпали горы от асфальта у нас здесь, потому что у нас дороги уже не оказалось. Бетономешалка идет оттуда, которая бетоном заливали площадку. Здесь сливает оставшийся бетон, начинает мыть свою бетономешалку, и вода льется по всей дороге. Привезли старый асфальт, выложили город. Хорошо, что у наших работников Гургаза есть трактор. И они лопаты это заровняли, дорогу. То есть мы остались без дороги, без асфальта, который был, с трудом его пробили, сделали. По обочине вот здесь, у них даже не было, вот снимите, пожалуйста, вот там, где заложена щебенка, здесь должна, сделали, засыпали землей. То есть, чтобы перейти с дороги на эту дорожку, должны провалиться в этой грязи. У них по проекту, они сказали, засыпается землей. Вы представьте, и опять благодаря главе администрации Чокинского района и его заместителю Калинкину, они засыпали за свой счет, выделили средства из муниципального бюджета Чокинского района и засыпали оставшиеся от тротуара земли, засыпали щебенкой. Вы представляете, прошел дождь, такая грязь. И чтобы машины едут по дороге, и когда здесь уже много идет людей, я пробовал перешагнуть, я провалилась. Но глубина 40 сантиметров и засыпана 40 сантиметров этой грязи. Люди вообще все возмущались, но благодаря им засыпали хоть щебенкой. И мне жалко этих наших начальников, щекинские, о том они... Они надо было тут постоянно жить, чтобы следить, как здесь все делается. Но они не могут бросить свою работу и находиться постоянно здесь, держать все под контролем. Вы представляете, вы сами видели, что они постоянно приезжали, приходили здесь, а толку никакого. Председатель правительства Тульской области Шерин приезжал сюда 3 раза, вы обязательно это снимите. Неужели он не видел, что вот эту дорогу выложили? И сейчас мы заснимем тротуары, которые сделали на братской могиле, розовые тротуары, для того, чтобы он видел, в каких условиях живут жители села Крапивны, в ветхих домах, которым по 200 лет, которые уже постепенно разрушаются, разваливаются, потому что сколько жителей к нему обращались, записывались на прием, все это понапрасну, потому что никто их, как говорится, к телу губернатора не допустил, а те, что писали, они сбрасывали на министерство, министерство сбрасывали на район, район сбрасывал на нашу администрацию, а от нашей администрации вообще толка никакого нет, потому что им ничего не нужно. Люди утопают. Вот там прям. Не ходи сам, ты иди хоть где-то. Майка следит там. Надо додуматься, даже где стоит памятник погибшим воинам, сделать вот эти дорожки, которые размыло и которые текут к этому памятнику. И жители, чтобы подойти к памятнику, должны утопать в этой грязи, рыжей грязи. Не пора ли
нашей администрации Щёкинской и нашей администрации задуматься, как можно все это переделать. Это вообще стыдно даже. Будут построены гостиницы, рестораны, это будут новые рабочие места, это будет развитие реальное для Крапивны, это будут новые коммуникации. У Крапивны начнется просто новая жизнь. Это хорошо, что ты не должен даже делать, а после даже у них по проекту было насыпано, была должна земля. Вы представляете, чтобы жителям сойти с дороги, перейти на тротуар, надо утопнуть в этой грязи, глубина этого пространства 40 сантиметров, посмотрите, какая ширина. И опять, благодаря Щёкинской администрации Гамбурга Калинкину, засыпали щебенкой и опять за средства муниципального образования Щёкинского. Хотя это должно быть сделано как положено. Не могут быть здесь земля, люди в грязи должны утопать. На что только, значит, ушли на эти дорожки, 8 выходит, 83 миллиона истратили. На дорожки, на тротуары, которые уже разваливаются, еще 2 лет не прошло, вы видели, они уже разваливаются. А идет по деревяшкам, а не по этой грязи. Удобно вам ходить по этой розовой дорожке? Да, очень хорошо мне удобно. Очень удобно. Но я смотрю, вы одной ногой идете по деревяшке, другой по земле. Розовой дорожке. Не хотите сказать? Я вот хочу сказать. Скажите, пожалуйста. Я здесь учился в 78 году еще, в интернате. Вот. Такого у меня, конечно, не было, бардака. Здесь было все прекрасно. Да. Точно. А сейчас, черти что. А дорожки как? Дорожки нормальные были. А сейчас? В время. Ну а сейчас, ну что, черти что. Приехал в гости. Тут церковь ремонтируют. Облик Крапивны меняется на глазах. Задача подрядчиков за осенние месяцы благоустроить исторический центр поселения. На реализацию задуманного из федерального бюджета направили 50 миллионов рублей, а из местного чуть более 1 миллиона. Работы планируют завершить к концу ноября. За нами дорожек не было никаких. Был вот только асфальт, который слева от вас находится. Тротуаров здесь не было. Вот. Для жителей было очень некомфортно, потому что по этой улице ведут мамы детей в детский сад. У нас тут детский сад на улице Плехановской располагается. Тротуаров делать вообще необыкновенно было. Ну а теперь люди утопают в грязи, чтобы подойти к своим домам. Здесь вот когда дождь, люди не знают, как выйти им и где пройти. Вы представляете, вот по грязи не пойдешь, грязи утонет. По розовым дорожкам пройдешь, в этой грязи розовой утонешь. И люди жалуются, говорят, Светлана Александровна, как нам ходить вот из этих домов? Из этих домов они никак не могут выйти. И вот посмотрите, вот это у нас стоит ротонда. Ротонда. Вообще, я им и говорю, они даже не понимают назначения вот этой ротонды. Разве, говорю, можно было строить эту ротонду внизу, около домов,
Ее, говорю, или на берегу реки надо построить, или среди деревьев. Вы, говорю, понимаете, что это такое? Я заявляю опять Аникиной Наталье. Вы знаете что? До их мозгов опять не дошло. Нет, я сказала, там будет. Вот там они и построили. Около старых домов я предлагала вот здесь построить ее. Красиво. Но, вы знаете, переубедить тульское начальство – это невозможно. Как они сказали, так они и сделали. А потом это начальство, при виде меня, когда вот это все расплылось, они прятались от меня, чтобы я им не высказала ничего. И однако я перед приездом губернатора, я говорю, ну и что? Все будете переделывать. Говорю, ну переделайте ротонду. Они говорят, да мы не можем уже. Они уже укрепили ее основательно, зацементировали. Первый раз зацементировали, она у них чуть не упала. Ее подмыло. Они ее по новой они тоже ее переделали раза три. Но под конец они запетонировали, я не знаю, сколько она продлится. Хорошо. Я видел, какой там цемент, там даже не перемешан толком раствор. Там вот этот речной, не речной, а вот этот обычный горный песок, недорогой. И он прям кусками там отваливался, я как раз это снимал. Да, туда такие щели, дыры были. Ведь столько денег, они ее три раза раскрывали, они ее переделали. Говорю, перенесите ее вот сюда. Ой, надо площадка, а чего ее тут укреплять? Тут корневая система, не нужно ее укреплять, корни будут держать. Так же забетонируйте, так же поставьте. Но это будет красиво. Ну а сейчас что они сделали? Ну или здесь вот хотя бы можно было. Вот, да, вот здесь могли поставить. Или вот на этой территории. Вы тоже. Знаете, они, видно, не поняли, для чего это нужно. Им бы лишь бы поставить деньги и тратить. А как это? Какая это соблюдена культура? Они, видно, в этом не разбираются. Лишь бы как бы. Я им сказал, вы думаете, что если это деревня, что вам все возможно здесь сделать? Промолчали и все. Вот вам итог. Дорожки, дорога. Приезжал губернатор в парке, он увидел это, сюда его не повели, увидел он эти розовые дорожки. И в протоколе отразил, дорожки розовые переделать. Но они до сих пор не переделали. Дальше, по протоколу губернатора должны очистить всю территорию, выпилить деревья, очистить все берега от заваленных деревьев и кустарников. Там так все заросло, вы были, наверное, там, там вообще ужасно. И мосты. Должно быть три моста, и ни на один не хватило денег у нас. Даже на последний мост, но вы сделаете этот, посмотрите, что это за мост, и вы посмотрите, не утоните там. Thank you.
набережной. Я хочу обратиться еще к губернатору Алексею Геннадьевичу Дюмину, поблагодарить его за освещение дорожное, но до конца его не доделали. Оно должно идти до третьего леса, там, где стоит братская могила. А его сделали до вывески поселка Олимпкино. И еще попросить, чтобы сделали остановку около школы, крытую остановку, потому что люди стоят, ждут лайна в открытом поле. И снег, и дождь, и молодежь стоит, едет на учебу, и жители едут на работу, и все это в открытом поле. Раньше была остановка, ее ветром снесло, а новую остановку не поставили. Все. Наше население должно знать, какой же у нас бюджет бывает на каждый год. На каждый год депутаты этот бюджет утверждают. В 2019 году у нас появились излишки 10 миллионов рублей. Якобы остались они. От чего остались они? Мы, депутаты, открыли рот и не поняли, откуда могли взяться еще 10 миллионов. Бюджет мы утвердили 16 миллионов. И вдруг еще остались. У нас осталось 10 миллионов, хотя этот бюджет 16 миллионов был распределен на все и хватило его на все. А остатки – это значит, когда Федосов, у нас бывший глава администрации, попал под следствие, и, видно, всплыли эти 10 миллионов. Мы так и не поняли. На бумаге нам их показали. А куда они потом, эти 10 миллионов, ушли? Этими 10 миллионами можно перекрыть крыши, отремонтировать фасады муниципальных домов, где люди в ужасных условиях находятся. И мне хочется еще главе администрации Чеченкина Андрею Владимировичу и его заместителю Ларичевой Ольге Ивановне, чтобы они занялись документами, где сказано, что это жилые дома уже давно признаны ветхими. Они утверждают, что если город под открытым небом, это смех, то у нас ветхого жилья нету. Люди живут в ужасных домах. Они могут, эти дома, скоро завалиться, рассыпаться, и тогда, не знаю, что тогда будет с этими нашими начальниками. Дожили. И хотел еще обратиться к Роспотребнадзору, спросить, обсчитайте, пожалуйста, на каждого человека, сколько воздуха потребляют кислорода из воздуха люди, и кому мы будем теперь за воздух платить, если у нас в 2021 году хотят за все собирать деньги. За ветхие дома крепость у нас собирает, за «Газпром» у нас будет собирать, за газовые трубы, которые выходят из земли, за обслуживание этих труб. До чего дожила Россия? Совсем обнищала. Последнего раза ничего не поменялось, как присылали, так и продолжают присылать квитанции на содержание жилья. В администрации нам сказали, что на содержание жилья они даже не знают, что там входит. Ольге Ивановне, мы спросили, я говорю, Ольга Ивановна, что туда входит? Она, в смысле? Как в смысле? Вот объясните, что входит в содержание жилья. Вот у нас, например, на набережной 21 6 квартир, одна из них вообще аварийном состоянии, она признана аварийной. В 5 квартирах они тоже аварийные, но они просто не признаны. Но если они присылают квитанции на эти квартиры, а там никто не живет, они разбитые. А почему они не дают людям? У нас в Крапивне что, мало требуется жилья? Ну потому что туда, если зайдут, они просто посмотрят в администрацию и скажут, вы что делаете? Вы чего предлагаете? Там полностью, там рушится потолок, рушатся стены, рушится пол, там все рушится. Там висят, просто висят на ДГВ вот такие, уже подпирали, а это все водою, наполнено водою, это рухнет в любой момент просто. И течет с крыши, конечно, пострадают все жители этого дома. На примере
Крапивна, мы видим, насколько проект получился комплексный. То есть здесь акцент не только на благоустройство, но и, в первую очередь, на повышение туристической привлекательности. Потому что здесь, учитывая богатое прошлое историческое этого села, в ходе проекта будет восстановлена часть исторического облика, то есть уникальное белокаменное мощение на одной из улиц. Кому в голову вообще пришло засыпать кирпичом дробленым дорожки? Вот посмотрите, они же все убитые, просто убитые. Как течет вода, с них тает. Тут просто грязь такая невозможная. Вот в Питере, например, там совсем там другой камень, и он не проваливается. Засыпаны вот так дорожки пешеходные. Почему не сделали? Вот, идешь по чистой плитке, она не проваливается, ничего. А это просто грязь, просто каша. Это что такое-то? А в дождь когда? Да, какой там дождь? Там вот сейчас эта зима кончилась. Посмотрите, что там люди утопали в этих дорожках. Люди не так ходили на работу, а вот так кругом обходили и через асфальт Наташа скрипка. Она говорит: Татьяна, тут вообще невозможно ходить, тут да каша. Я знаю. Они идут вот, не пойдут они вот там кругом, которые слабо-то идут вот там. Они идут, на меня смотрят, молодежь идет на первый лайн. И матом ругает. Конечно, конечно. А я думаю, ничего, ничего, я не делаю.